пожаловать на Йохан Кройф-арену. Все здесь готово для проведения нашего матча. Посмотрим на состав хозяев. Старая добрая 4-3-3 схема. Ничего принципиально нового. Тренер решил положиться на проверенный вариант. Такой состав будет с первых минут на поле у гостей. Итак, смотрим на тактическую схему команды. И отметим, что тренер решил сыграть все-таки от обороны. Что-то он может придумать с мячом сейчас. И без мяча они остаются. Хороший пас. Что дальше? Раньше времени он ускорился и оказался в офсайде. Себастьян Алле. Уходит мяч к сопернику. Дэви Классен. Пас вроде получается. На Йохан Кройф-арену. Все здесь готово для проведения нашего матча. Посмотрим на состав хозяев. Старая добрая 4-3-3 схема. Ничего принципиально нового. Тренер решил положиться на проверенный вариант. Такой состав будет с первых минут на поле у гостей. Итак, смотрим на тактическую схему команды. И отметим, что тренер решил сыграть все-таки от обороны. Что-то он может придумать с мячом сейчас. И без мяча они остаются. Хороший пас. Что дальше? Раньше времени он ускорился и оказался в офсайде. Себастьян Алле. Уходит мяч к сопернику. Дэви Классен. Пас вроде получается. На Йохан Кройф-арену. Все здесь готово для проведения нашего матча. Посмотрим на состав хозяев. Старая добрая 4-3-3 схема. Ничего принципиально нового. Тренер решил положиться на проверенный вариант. Такой состав будет с первых минут на поле у гостей. Итак, смотрим на тактическую схему команды. И отметим, что тренер решил сыграть все-таки от обороны. Что-то он может придумать с мячом сейчас. И без мяча они остаются. Хороший пас. Что дальше? Раньше времени он ускорился и оказался в офсайде. Себастьян Алле. Уходит мяч к сопернику. Дэви Классен. Пас вроде получается.